Привет, дорогие подписчики! Сегодня не будет никаких влогов или челленджей. Сегодня мое прощальное видео. Чтобы это все разъяснить, надо начать с самого начала. Три камня, два и три, пять. Я слышу стук. Стук — это шифр. Надо записать. Бумажка сильно маленькая, бумажка. А4. Четыре. Пять плюс четыре. 54 метра. Как я не угадал? Туалетная бумага. Записать. Точка тире. Точка, точка тире. Точка, точка тире. Точка, точка тире, тире, тире. Точка. Я берусь за это дело. Мистер Ласт первым в своем деле. Паста, картошка, мясо. А где пудинг? Сложная ситуация. Расслабиться. Боже мой, посмотрите, это мусорщик. Поможешь нам, друг? Вчера она была 35 миллиметров, а сегодня тоже 35 миллиметров. Что случилось? Это элементарно. Трава не растет, значит, мы в одном и том же дне. Время остановилось. Где-то портал, который пожирает все время.
кажется странно, что их двое, а портал один. Эй, вы, ребята, что вы тут делаете? Мне кажется, что они убежали. Начинаем, мистер Ферст. Вообще-то, я Вова. Неважно. Рассказывайте. Мы с Вовушкой дали камушки. И все. А почему вы убежали? Я за ним бежал. А мне было страшно. Кстати, меня зовут Давид. А меня Дэвид. Очень приятно. А зачем вы открыли портал, чтобы он засосал все человечество? Мы не сосали никакой портал. Мы всего лишь кидали камушки. Как раз и камушки открывают портал. Какие честные ребята. С этим все понятно. Вы дели пудинг. Да не брал я никакой пудинг. Жаль. Мне кажется, что в нашу музыку вмешиваются потусторонние звуки. Здравствуйте. Что вы тут делаете? Is there a problem? I was only playing. Я его не понимаю. А я лишь немецкий в школе изучал. А я китайский. Хумчонце. Нет. Мистер Хью, а вы украли пудинг? Pudding. It's my favorite. Я вам верю. Кажется, что мистер Хью не украл пудинг. Расследование зашло в тупик. Что ты стоишь с зумом и с наушниками? С камерой уже видно. А стоп уже был? Вообще из-за тебя у нас ничего не получается. Постоянно улыбаешься в кадре. Ну ладно, не расстраивайся.
Мы что-то придумаем. Что вы здесь делаете? Мы дети, которые проходили мимо. А что вы здесь делаете, а? Так, шестеро детей проходили мимо. Часы пробили 6. Элементарно. Во всем виновата шестилапая белка. Какая белка? Что это за белка? Это полная фигня. Как мамашу-то неинтересно. Я плохой детектив. Вы гений! Неважно! Боже мое! С этим все понятно. А куда вы дели поридж? Стоп!